Короче, российская хуйня хуже, чем у нас. Пацаны, механы, смотрите, и плачьте. Найсильнейшая армия, сити. А ну, Денчик, дай гляну. Это ключ башен, аккуратно. Сейчас бабочки откроем, посмотрим. Аккуратно тут. Заряжено, не полностью. Тут всему сухпайками, я думаю, поделимся. Установки нет, радейка, говно старое. Короче, на эту дверь, блядь. Начиная войну с Украиной, Путин почему-то думал, что Зеленский сбежит, а все прочие встретят его цветами. Похоже, те, кто у него отвечал за развал Украины изнутри, деньги украли. Начальство просто успокоили, мол, вас там ждут. Кто ж думал, что Путин и правда решится на такую глупость? В общем, он поставил перед собой цель разгромить противника за пару дней. Даже речь подготовили. Он и разгромил. Но не Украину, а Россию. Путин думал, что он воюет с таким же, как он, узурпатором. Не верил, что рядом с построенным им фашистским государством есть свободная страна и гордые люди, готовые защищать свой выбор. Однако это была не последняя путинская ошибка. Оказалось, что он воюет вообще со всем свободным миром. Актеры и музыканты, спортсмены и бизнесмены, политики и простые люди – все без исключения поддержали Украину. Даже прикормленные западные политики либо пропали с радаров, либо выступили против Путина. Путин оказался в невиданной прежде полной международной изоляции. Его поддержали только два зависимых людоеда – Лукашенко и Асад. Главный внешнеполитический союзник у нас теперь – Эритрея. Кто-нибудь без Гугла вообще знает, где это? Даже те, кто изначально был союзником, дистанцировались. Например, Китай, Индия, Арабские Эмираты. Они воздержались во время голосования в Совбезе ООН, хотя раньше поддерживали Россию во всех ее конфликтах. Такая сплоченная реакция мирового сообщества стала для Путина сюрпризом. К тому же блицкрик не удался, армия завязла, впрочем, как и у предшественника. Да-да, того самого Адольфа Гитлера. 2 года бункерной жизни Путин слушал сказки варья из своего окружения. Вы только дайте приказ, Владимир Владимирович, а мы уж порвем эту Украину как тузик грелку. Только дайте еще денежек на подготовку. Подготовились, нечего сказать. Армия варья оказалась сильна только в создании мультфильмов с ракетами. Путин любит рассказывать, как наше новейшее вооружение не имеет мировых аналогов. Нет равных в мире. Но в реальности аналогов не имеет лишь воровство российских властей. За 10 лет на перевооружение армии потратили невероятную сумму в десятки триллионов рублей. Но эти деньги превратились в дворец Шойгу, в бизнес его дочери, в яхту главы Рособороны экспорта Чемизова, в генеральские дачи. Сколько, вы думаете, дошло до солдат? Ну, я лично думаю, немного. А раз нет нормальной техники, раз нет современного вооружения, генералы применяют привычную тактику – завалить все пушечным мясом. За 2 недели войны наши потери составили 1000 человек, пока эти потери удается скрывать простым приемом. Отчитывается только Министерство обороны, а МВД и Росгвардия молчат, как воды в рот набрали, тела не отдают родственникам, специально работают передвижные крематории. Мы-то смеялись, думали, что в них собираются санкционку жечь. Лучше бы они жгли эту самую санкционку. Погибло уже почти столько, сколько в Афганистане или в Чечне, но за 2 недели, а не за годы, как там. Такие потери, конечно, для Путина не повод останавливать войну. Люди для него мусор. И свои граждане украинские. Ну и что, что там такие же русские люди, такие же украинцы, как в Москве, Пскове, Белгороде. Вот только по украинским городам запустили системы залпового огня, кассетные бомбы, крылатые ракеты. Это чудовищные преступления, ставящие путинскую Россию в один ряд с нацистской Германией. Вдумайтесь, наша страна до 24 февраля была победительницей фашизма, а теперь в глазах всего мира фашисты – это мы, русские. Видимо, чтобы ни у кого не осталось сомнений, власть решила даже в плане символики соответствовать Третьему Рейху и нарисовала свою свастику. Ну и на уровне риторики путинская пропаганда под руководством Дмитрия Киселева не отстает от Геббельса. Поэтому
как и во время Второй мировой войны. Весь мир объединился против обезумевшего диктатора. На дворе 21 век. Воюют не армиями, а экономикой. После нападения на Украину весь мир решил, что у Путина не должно быть ресурсов для войны, а значит, его экономика должна быть разрушена. К сожалению, это наша общая экономика. К санкциям присоединились даже всегда нейтральные страны, например, такие как Швейцария. А если перечислять все виды продукции, на экспорт которых в Россию наложен запрет, нам не хватит и нескольких часов. Но можно перечислить основные, критические позиции. Россия может забыть о технологической экономике. Больше не будут поставляться процессоры Intel и AMD. Не будут поставляться микросхемы TSMC. А без них невозможно отечественный Байкал и Эльбрус, которыми хотели, как это не смешно, заменить Intel и AMD. Масштабы этой проблемы невозможно преувеличить. К слову, это означает, что не будет высокоточных ракет и прочей современной военной техники. Не будет поставок медицинского оборудования. Не только крупных установок для эндоскопии или аппаратов МРТ. Ну, к слову, и обычные банальные пробирки мы тоже сейчас не будем получать. В России больше нет надежной гражданской авиации. Мы летаем или на удачу, или на западных движках и на западных самолетах. Так вот, западные движки и самолеты арестуют, как только они прилетят в другие страны. А если оставить их внутри страны, им перестанут обновлять софт, производить техосмотр, ремонтировать. Samsung и Apple прекращают поставки в Россию. Теперь последняя модель iPhone – это вот ровно та, которая у вас есть на данный момент. Не будет Spotify, Netflix и прочих западных стримингов. Кстати, не исключаю, что YouTube тоже долго не продержится. Впрочем, по другим причинам, конечно. Думаю, его просто прикроют или замедлят. Поэтому предлагаю вам пройти регистрацию по ссылке в описании и оставить там свой электронный адрес. Закроют YouTube, так вы хоть по почте сможете получать ссылки на новые ролики. Продолжим о потерях. Допустим, вас не волнуют дорогие Mercedes и BMW, ну или Volkswagen, не говоря уже о Rolls-Royce. Но народные-то Renault, Ford, Hyundai, их тоже перестают собирать и поставлять. Хорошо, вы ездите на Ладе, вам прочие машины по барабану. А вы задумывались, сколько там импортных компонентов и чем их теперь заменят? У вас нет машины? Вы не покупаете в магазинах западные бренды и чувствуете себя в безопасности? Но уход из страны IKEA, H&M, Levi's, Zara, Adidas, Nike – это гигантская потеря рабочих мест. Если вы работаете в строительстве, торговле, логистике, транспорте, вы с высокой долей вероятности потеряете работу. Работаете в интернет-торговле, страховании – потеряете работу. Вы считали, что вам повезло работать в финансово-кредитной сфере – везение кончилось. Этой отрасли вообще нет. Visa и MasterCard перестали работать с российскими банками. Да что там банки? Золотовалютные резервы ЦБ арестованы. Суверенный кредитный рейтинг нашей страны за неделю проделал путь от инвестиционного через мусорный и до преддефолтного. На преддефолтном он, кстати, не остановится, потому что страна и так в состоянии дефолта. Вот вы помните ужасную травму проклятых 90-х? Дефолт 98-го года. Так вот, мы сейчас на том же месте. Только тогда была надежда, что дефолт – это дно, а дальше будет лучше. А сейчас этой надежды нет. Будет хуже. И 150 рублей за доллар – не предел. Но, может быть, это все ерунда, на которую не стоит обращать внимания. Мол, черт с ними, с деньгами и экономикой, страна будет бедной, но счастливой. Нет, не будет. Путин просто взял и одним движением уничтожил карьеры множества россиян. Спортсмены и студенты, ученые и артисты. Они долго учились, тренировались, работали. А потом один поехавший в бункере дед лишил их работы и профессии. Спортсмены остаются без международных соревнований, вообще без всех. Ученые, специалисты, эксперты без грантов, стажировок и конференций. Стартапы без финансирования и технологий. Выбор профессий стремительно сужается до дворников и чернорабочих. Ну еще, наверное, солдаты на убой востребованы, полицейские востребованы и тюремщики. Вы ведь о таком будущем мечтали для себя и своих детей. Но работой не ограничится, не будет зрелищ. Зрители останутся без спортивных мероприятий и трансляций. Вы вот хотели посмотреть финал Лиги чемпионов Санкт-Петербурга? Забудьте. Была мечта когда-нибудь, может быть, съездить на этап Формулы-1 в Сочи? Уже не судьба. Кстати, теперь много куда съездить не судьба. Возможные направления отдыха стремительно сужаются до курортов Краснодарского края. Если долетите, конечно. Про самолеты мы уже говорили. Может, это и к лучшему. Так безопаснее.
Русские станут персонами нон-грата просто по факту происхождения. Даже тем, кому повезет уехать, может достаться. Русская речь и происхождение будут ассоциироваться с военными зверствами, немыслимыми уже в 21 веке. На всей культуре от Достоевского до балета будет лежать печать военных преступлений. И очищаться нам всем придется годами или даже десятилетиями. Российской мягкой силе надолго пришел конец. И все из-за одного взбесившегося фанатика. Российский паспорт, конечно, тоже постепенно превращается в фантик. Да государство придется переучреждать. И неясно, причем в каких оно будет границах. Кстати, о границах. Весь мир увидел слабую подготовку и вооружение российской армии. Были продемонстрированы ограниченные возможности по мобилизации. НАТО, о котором, в общем, меньше всего приходилось беспокоиться, не отодвинулось, а придвинулось к нашим границам. К тому же, не приходится сомневаться, что отныне Запад будет тратить на оборону существенно большие суммы. То есть нападение на Украину ослабило нашу обороноспособность. Что это, если не разгром собственной страны? В результате путинской военной авантюры наша армия превратилась в военных преступников. Страна приравнена к фашистской Германии. Мы поссорились со всем миром, уничтожили собственную экономику, лишили несколько поколений россиян будущего, а также стали объектом ненависти всего человечества. И ради чего? Ради того, чтобы свихнувшийся за 2 года в бункере дед воплотил свои безумные геополитические мечты? А знаете, что самое ужасное? У Путина нет плана «Б», нет вот этой вот самой exit strategy. Он рассчитывал выиграть эту войну за 2 дня, взять Киев, посадить туда марионетку. Рассчитывал, что его встретят цветами, хлебом и солью. Встретит украинский народ, который, как он любит говорить, замучен бендеровцами. Бендеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов. Так вот, этого не случилось. Его горячечный бред не стал реальностью, и теперь он не знает, что делать. Как бы дальше ни развивались события, хорошего выхода у Путина нет. Завоевать сопротивляющуюся Украину он не может. Не хватит ни сил, ни людей. Признать неудачу он тоже не может, ведь альфа-самцы не лажают. Он может только наврать о своей победе, и только тем, кто верит Первому каналу. Но и они увидят ценники в магазинах. У него нет варианта, при котором мир перестает нас ненавидеть, санкции отменяют и жизнь становится прежней. У Путина этого выхода нет. А у граждан и у страны пока есть. Но без Путина. И времени совсем немного.